вечер, мы целый день спали и решили продолжить Новый год. Давай я подожгу и тебе дам. Держи вот это вот. Все, мы собрались домой. Жарили шашлык опять. Решили, девчонки просят бенгальские огни. Какие-то они. Один загорелся. Держи, Ариш. Это твой. Ой, держи. Да не бойся ты. Ю-ху! Новый год к нам чится. Скоро все случится. Сбудется, что снится. У-у-у! Да? Наступил наш год быка. Твой год. Да, это мой год. Ой, Паша, эти-то два тоже. Мама, а почему она, когда на руку попадает, не больно? Ну, потому что это такое, этот... Эти можешь поставить куда-нибудь? Все. А сейчас смотрите, папа фонтанчики зажжет. Я не знаю, что, Артем, пока сюда мы положим? Да. Да, сюда. Ну не бросать надо было, вот так вот. Раз. Я боюсь. Идите, встаньте к елочке, чтобы вас было видно. К елочке, вон туда встань, к Полине. Сейчас у нас будет тут красота. Это не салют. Ну поближе. Если они вообще гореть будут, то они уже старенькие. Полина опять шапка не закрыта, о, не завязана. А папа поджег коробку. У-ху-ху! Вот так вот и будет, можете не бояться, можете подходить. Подходите ближе. Новым годом! На, смотри, я тоже встану. Давай, вот туда вставай. Давай, давай. Блин, скопчик надо было. Давай. Ты посередине вставай. Новым годом, Полина, счастьем, тра-та-та-ра-та-та. Почему вот? Одна из бабок. Возле них даже нет, поэтому что торты ставят. Это свечи для торта, которые. Они горят, но не это. Ну все, давайте говорить пока-пока. Этому дому поедем к своему, да? Пока-пока. А все? Ну все, закончились. Кто? Бенгальские огни. Вчера ты боялась. А сегодня еще хочешь. Марина, хочешь салюты запустим? К салютов-то нет. Ну, ты этих-то боялась. Блин, вот эти, пожалуйста, подними тоже все сюда в мангал, я чтобы не они... Тихонько. Нет. Наведем порядок, да? И ты все, и пойдемте усаживаться. О, все, мы едем домой. А мне Дед Мороз вчера принес картины по номерам. Да, и мы на днях, наверное, начнем а уже закрашивать. А еще машинка на пульте управления. Кстати, за батарейками надо ехать. Да. А можно будет, вот мама, сюда. А можно будет сегодня опробовать да. ее? А, мам? Сейчас заехать надо в магазин. Сейчас папа выйдет, подождите. Надо будет заехать в магазин, купить батареечки. А можно будет опробовать? Здесь вот ну, если мы батарейки купим, то, конечно, можно. Мама, а здесь, наверное, накапало. А? Нет, мы поедем с папой, папа выезжает. Ну все, шагайте к папе. Я бы сегодня бы только секунду прогуляла максимум. Секунду простояла. А. Ну все, братка, давай. Давайте, все. Ну сухой, засыпите. И вас также. Все. До встречи. Не прощаемся.
дому, до хаты поедем мы. О, все, холод. Холодно на улице-то. Да вообще не говори, блин. Старушка становлюсь. Ой, как красиво светит наш фар. Ой, как тепло. Все, пока-пока, деревенька. Проехали. Видели там, какое красивое окошко было? Ариш, все завтра. Все вопросы, все завтра. Мы сегодня машинку будем этой. Надо сейчас заехать, купить батареек 10 штук надо. Пальчиковых. Будем гонки устраивать. Вот 17 градусов запустилось. А мы ее купили. Хотя она стояла, то у нас всего лишь, да? А. Не так сильно тяжело. Ну а сейчас мы заедем, батареечки купим и все. Она говорит, забыли машинки. Нет, я все взяла, не переживайте. Я, в отличие от вас, обо всем позаботилась. И обо всех. Это вы у меня не думаете ни о чем. Засранки такие. Мама, вы все? Да, бежали так быстро. Если ни о чем не думать. Такой садик со стрекозой. Тоже такой перекресток большой магазин сделали, да? Здесь как светофор поставили, не было раньше. Вот эти дома, что-то я не помню. Ну их поставили. 13, 17, 19. Раз все повзлетали. Типа Новый год прошел. Это Варина трактор наша. Наша хоккейная команда. Здесь же у нас проходили-то эти фигурные катания-то. Как, наверное, это мостик. Вот от них. Такая вот у нас тут везде иллюминация красивая. Сюда. Ну да, они вот так вот вдоль всей улицы. Что самое главное, смотреть. Там далеко не видно. Говорить о чем-то хорошем и чтобы вечер был действительно теплым. Согласна с Виталием на 100%. В праздничном хит-параде песни Виталия Аксенова «Прорвемся» достается 12-е место. Чтобы проголосовать, отправляйте сообщение с числом 18 на номер 8. Яркие цветные такие, да? Ну, яркие цветные. Но они разные всякие. Помню.
мы там всяких этих не видно было, вон там всякие фигурки, вон там вообще елочек целая куча. Не видно было. Ой, это что такое? Телевизор. Машина поехала, засверкала. А если она не работает сегодня? А что, они все смотрели, что ли? Ты говоришь, по стеклам можно. Ну да, все возможно. Вот же пьяны. Да кем и дышат там. Смотрите, повернем тоже красиво вся улица. Все синенькая, беленькая. Вживую, конечно, это прям, да, неописуемо. Ой, корзовые огонечки. Конёк-то красивый у них. Они сегодня, наверное, отсыпаются. Уже хотя правда. Сегодня, мне кажется, самое такое баблорубство. Черный город, он такой весь в огонечках. Мама! А? А можно на улице? На улице? А? Ну нет, конечно. Так в дом можно? Ой, маленькая горка, смотри, блин. Только я не знаю, для какого возраста. С какой стороны? Мам, а летом можно будет? Да вон горка была возле космоса. Но летом можно. Только как его так раскрутило? Ну, этот ехал отсюда. Вот вторая стоит. Вот возле папы, а вон маршрутка. Потому что видишь, удар на ускользу. Мама? Мама? Да. Правильно, как за дед поедет, а как ну, купили батарейки. Закрой дверь, а то там ты положила кошки. А кошка-то где у нас? Кошка-то самогона. Вчера девчонкам Дед Мороз принес машинки. А еще мы сейчас взяли. И у нас вот такие два подарка сладких лиза. Поверни хоть лицо. А Дед Мороз услышал, что не было у нас конфет с загадками. И у нас две конфеты с загадками. Ма, так мы и сейчас съем. Я взяли машинку, Дед Мороз нам подарил машинку. Да, машинку. А еще что вам Дед Мороз подарил? А еще мне нам вот такую картину. Вот такая картина будет подарена. Может, достанем, покажем? Ну нет, зачем? Он маме показывал, и там очень маленькие детали. Мне подарили. Ну, вот, это деда тебе подарил, да? Деда подарил вот такого... Болванчика я его назвала. А на самом деле это Дед Мороз, но я его назвала мистер Болванчик. А это Аринина картина. Покажи, да. Аринину картину. А это Аринина картина маленькая, да. Такой мишка будет. Красивый мишка будет. А где заколочки? Ну-ка давай Арине ушки вот, сделаем. Арине, давай. Арина, ты сама не оденешь на себя. Вот такие это ушки. Ушки. Нау. Так ты вот сюда. Нау. Она присплеивает. Нау. Ей можно будет куда-нибудь присплеить, типа киски. Ой, подними. Киска морозка. Папа сидит. А нам вот, Карина, попались вот такие оба, но я свой решила оставить ТО. А, нет, не получается. Ну так ты... А ты сколько выбила? Подожди. Да, 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 подожди. А все. И вот тут. Ой, киска, конфетки. Иди в зеркало, посмотри на себя. Надо было вчера не корону одевать, а кисок. Да не трогай ты! Не трогай, папа уже поехал. У него какая. Сюда вези. Он пропадет кофе. Он сам перекручивает или ты крутишь? А что, он просто не может ехать? Да подожди! А, это чтобы повернуть, он колеса крутит. Сюда.
Папа, вставь мою. Даки боится. Даки вообще у нас один бедный боится. Иди лови. Ариша, мы, по-моему, договаривались. Смотри, смотри, ему интересно. А он еще, если вот так вот упадет, то тоже будет ехать. Мы будем за ним гоняться тоже. Ну ты сейчас вот сломаешь просто так, только эту крутишь. Вот. Зад вперед ездит. Ага, Эмиля. Фичку, видишь? Ну зачем? Он тебе не будет сломаться. Давай, хотя. Не здорово с тобой. Мамантик. Боится. Сегодня пришли. Он прям возле мамы. Маму целует. Приезжался, бедный. Боялся, всю ночь по один сидел, да? Даки, уплакался. Давай, уплакался весь, наверное. Иди вон машинку лови. Наигрался. Нет, мы нет, так не поправляем. Нет. У тебя есть пульт управления. Ты вперед езди. Так ты колеса-то выровни. Колеса-то выровни и едь. Вот та такая же, только цвет другой. Перевертышь. Ага. Я же говорю, что эта машина ты никогда не забуксует. Смотри, смотри, смотри. Тише. Эх, вес, кажется, как так-то. Они умно, они увеличиваются, они размножаются. Надо бы поймать. Даки, они размножаются. Все замыкаем. Этого интересно. Страшно. Ольге не позвонили, что приехали. Принеси мой телефон, там, наверное, тетя Оля звонит. Папа, тебе... Ну давай, что, постоял, посмотрел. Работает, ну. Алло. Надо кошку туда позвать. Да нормально, что я не пил. Мы так не катаем. Тише! Да маму взяла. Ну так интересно, да, что у них пульт как бы это. Все ничего, но обе машинки работают от одного пульта. Ну. И мы не можем одновременно двумя машинками играть с разных пультов. Рин, давай. Рин. Не надо так катать, ты испортишь машинку. Ну сломай, сломай, доктор. Арина, я сама. Ладненько, давай. Ладненько, давай. Пока, пока, пока. Говорите бабуле пока, пока всем. Пока. Даки. Пока, пока. Даки. Даки. Арина, пока, пока. Арина. Арина, пока, пока. Нормально, скажи бабуле, я не слышу. Да поставьте. Пока. Я люблю тебя, пока. Целую тебя. Будешь бабулю целовать? Что ты выключил? Иди, ну выключи. Вот, а баба-то здесь при чем? Баба-то у тебя машинку не забирала. Так у нее никто машинку не забирал. Все по уговору было, по договоренности. Ну, все, давай, пока-пока, целую. Не заражайся.
возьми в руки, что он там грызет? Ухо. Даки. Ну, он теперь думает, что у него ухо хочешь отобрать. Я не вижу. Носок стер папин.